Лесная яблоня. Спелая. А это еще одна огромная. Ой, сразу упало много. Вот так красная вкуснее. Вот это вкусное. Всем доброе утро. Сегодня 30 августа. И мы в лесу. Сегодня без осадков, завтра дождь обещают. Ночью было всего 4 градуса. И вчера также ночами у нас почти что заморозки. А днем, ну вот сегодня 13 обещают. Мы пошли в лес просто так пособирать ягоды какие-нибудь. Вот шиповник, например, хороший. Просто пошли прогуляться. Может, что-то найдем. У нас сейчас никаких слоев, затишье. По всему Пермскому краю ничего нет. Смотрите, как обмелела река. Мы здесь в этом году первый раз пошли. Вообще ничего нету. У нас нынче с мая месяца засуха. Пойдем лесом. Так, и вон туда пойдем. По той стороне, да? Давай по той стороне пойдем. Ничего нету. Тишина, все, зима уже. Смотри, тут кислица хорошая. А мы проходим через вот такое препятствие. Вернее, под таким. Там вот птички щебечут. Смотрите, я еще малину нашла лесную. Там вот малинник дальше. Он, в общем-то, везде здесь малинник. Вот мы на ту сторону перешли и пойдем той стороной. Как обычно. Видишь, тут совсем близко. Да, я не думала. Да, как ты что думала, куда мы идем? Нынче это бузины красное море. Вот и все. И пойдем там цивильно. Просто гуляем по лесам. Последние денечки августа, но все равно уже кажется, что сентябрь. Холодно. Ветер. Ой, выйдем на свет Божий. Поле. Там один по одному цветочки. Когда грибы шли, мы здесь ни разу не были. А грибы закончились, мы пошли. А там место хорошее так-то. Маме говорю, что-то мы когда грибы шли, тут не были с тобой. Смотрите, какие грибы. Это же съедобные. Как они называются? Ежовый коралловидный. Но он уже желтый какой-то, переросший. Хотя, в принципе, он нормальный. Вот это съедобный гриб. Ежовик коралловидный. Кто не знает. Ну, говорят, показывайте поближе. Вот, видите? Хороший съедобный гриб. Я когда вот так хожу по осеннему лесу, вот как сейчас, и грибов нет, не попадается, я всегда вспоминаю фильм «Осенний марафон». Как они ходили за грибами, замерзли, грибов не было, устали. И в конце их забрали в отрезвитель. Дрозды трещат вверху. Скоро начнем костры жечь. Мне даже сейчас кажется, костром пахнет. Прям близко где-то. А, да кто-то, смотрите, кто-то здесь был, жег костер. Ушел недавно, да? Можно тоже сесть надо, так.
смотрите, ромашки цветут еще. Попадаются одна по одной. Может быть, больше попадались бы, но это поле-то выкошенное. А здесь, смотрите, кислица хорошая. И маленькие елочки на пне растут. А вот, смотри, елки. Первая поганка за сегодня. Нет, ну мне еще кульбики попадались. В лесу уже нечего делать. Теперь просто гуляем, грибов нет. Пришла такая пора. Пришла такая пора, когда нечего делать в лесу. Но все равно это тоже хорошо. Просто ходить, ничего не делать или просто сесть и сидеть. Есть такое понятие у итальянцев – сладкое ничего не деланье. Дольче фарниенте. Ну, то есть вот посидеть на скамейке, ну, там, если море, то там покормить чаек, покидать хлеб или просто прогуливаться. Вот такие вот привлекательные моменты в жизни. И мы тоже так же идем, ни о чем не думаем, просто идем. Погрузились в беззаботность, обо всем забыли. И такие вроде бы безрезультатные прогулки по лесу, по набережной, неважно где у вас есть возможность. Они кажутся нас, что вроде бы они такие безрезультатные. Вот, кажется, что они ничего не значат. Но в этом состоит какая-то даже мудрость жизни. И, между прочим, не случайно у итальянцев продолжительность жизни гораздо больше, чем у нас, у россиян. Итальянцы стоят на 8-м месте. А на 1-м месте Япония, на 2-м Швейцария. А Россия, знаете, на каком месте? На 97-м месте. Вот. А итальянцы на 8-м месте. На 8-м месте по продолжительности жизни. Не только из-за питания, а вот именно у них свой взгляд, у них днем они очень долго отдыхают. Вечером они любят тоже выставить стулья на улице, если в городе, и просто болтать, пить вино хорошее, настоящее, не суррогат. Вот такая у них философия жизни у итальянцев. Наслаждаться, жить неспешной жизнью, наслаждаться просто моментами. Я просто смотрю некоторых блогеров и итальянских, вот они реально так и живут. Даже те русские, кто туда уехали, или украинцы. Мы, кстати, дошли вон куда. Так что вот, как гласит их, в кавычках, философия, наслаждайся просто жизнью, не спеши. Вот, умеете ли вы так? А мы так отдыхать не умеем. У нас сразу возникает чувство вины. Как это я буду сидеть и ничего не делать? Нас же учили с детства, там делаю время похихи час. Отдыхать нельзя, надо работать. Счастье мы еще не заслужили. Оно будет когда-то. И в сказках наших всех. Вот ты сейчас работай, Золушка. А потом тебе за это будет счастье. И это, кстати, большая ошибка, потому что потом может не наступить. Вот это потом, о котором мы там, да, вот я откладываю деньги, вот я ношу старые, а потом я буду. А это потом может и не наступить. Или наступит, но не для всех. Мы должны еще сжаться, еще потерпеть чуть-чуть. А потом уж мы отдохнем и увидим небо в алмазах, расслабимся. То есть, если я не поработал, я и не отдохну. А я человек, я просто так заслуживаю нормальной жизни, нормального отдыха. Не чувствовать при этом какую-то вину. Такое небо, но без осадков обещали. Если я не вижу результата, то это не значит, что там жизнь проживается зря. Жить надо просто ради жизни. А жизнь — это не марафон, как нас всегда учили.
Ничего? У меня тоже ничего. Пойдем на ту сторону. Мне кажется, здесь бессмысленно ходить. И там поедим где-нибудь. Смотрите, какая туча дроздов с поля. Мы пошли, они, видимо, из-за нас взлетели, но на штук 200, а может больше. Я уже поздно включила камеру, они вон еще летят, летят. Да нет, это не мы их спугнули, их. Это они перелетают с массива. И вот туда на елку наверх сели. На елку. Дрозды готовятся. Котлету в стаи сбиваются. Они из того леса. Это не мы их спугнули, они из того леса делают вон перелет. И вон туда все. Жир нагоняют. Нагуливают. И в стаи сбиваются. Потом полетят все куда-нибудь. А мы переходим. Ай, прелыми, прелой травой пахнет, как весной. Ну, это осень. Переходим в этот лес. Сядем, поедим. Так, мы перешли в другой лес. И поедим. Так, расположились просто. Огурцы, сосиски, хлеб черный и чай. Чай налила уже остужаться. И там столики. Дошли хоть даже до того же 7-го километра. Ты две съешь, я тебе по две почищу. У меня уже вот две. Ну. Гурка. Ни одного гриба не нашли. А я особо и не искала. Я тоже. Вот ты поверишь в мистику грибную, да? Что? Что вообще ни одного гриба? Под землю ушли все. Да, они такие подземные жители. Ни поганок, ничего нету. Ничего. Может быть, они уже ушли зимовать. Наелись хорошо так. Ага. Еще чай будем? Я не буду. Ты не будешь? Ну, я еще чуть-чуть. Пол кружечки еще выпью. Ну что, мы поели. Посидели. Посидели. Потом еще посидим немножко в другом месте. Тут неудобное дерево. Там посидим где получше. И просто будем по лесу дышать, гулять. Главное, что грибов не стало разом. Ни синявок тебе даже каких-то. Ничего нет. Они исчезли просто. Ну и учитывать надо, что лето вообще дождей не было. Если были так по 5 минут коротенькие дождики. Идем по нашему осиннику с березами. Он совершенно пустой. Ну, так мы и думали, что все кончится и все на этом. Хотя обычно здесь бывают в сентябре. Дерево скрипнуло. В сентябре бывают здесь зимние грибы. В октябре даже собираем. Из-под снега их и рядовки. Видите, все деревья красные. Это водоросли. Скрипят деревья. По всему Пермскому краю такая картина. Нет грибов, ни на северах. Не на югах. Может, у нас тоже зима наступит и все. Никто не знает, что будет. Сейчас только вспоминать в наших роликах будем. Как мы тут с тобой кантарили. На каждом метре по 10 грибов. Приятно просто бродить по лесу.
зная, что потом ты придешь в теплую норку, горячего супа наешься. Так, я вот здесь еще заверну. У нас грибы-то ведь, сами знаете, вышли нынче как шальные все в раз, одновременно. И я так и думала, что потом будет большое затишье. Да не на один год. Так что хорошо. Мы, конечно, ходили, можно было и почаще ходить. Но приходилось, один день ходишь, допустим, на другой день делаешь из этих грибов заготовки, маринуешь. Это же все время надо, долго. Сейчас нам надо вот речку перейти. Где у нас маман? Вон она где. И сейчас еще в конце калины пособираем, наверное, и все. А я, знаете, куда иду? Я тут еще месяц назад присмотрела калину одну. И думаю, потом приду сюда. И вот пришла. Спелая уже калина, все, пора собирать. Корзина пустая, так буду в корзину прямо. О, когда вот так ломается легко, все уже спелое. Веточки так берешь, чик. Так, чик. 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 И сейчас соберу это деревце все. О, здесь вообще какие мощные. Ну, какая красивая. А теперь вы поверите в магию леса. Я только хотела сказать, ну все, мы выходим, и ничего. И вот лес, спасибо тебе огромное. Он сказал, я вам напоследок дарю утешительный приз. Смотрите, плохой или хороший, но и то приятно. Так может, мы зря там не смотрели внимательно-то? Это он нам просто сказал, нате вам напоследок. Такой вот гриб. Красноголовик, напоследок, уже все, выходим, вот он наш выход. И надо же, я глаз бросила туда и гриб. Вот и поверишь, да? Автобуса полтора часа, мы как раз сейчас успеем калину пособирать. И все на этом. Ну, спасибо, лес, тебе напоследок дал нам еще. Даже дело там червивое, не червивое, просто приятно. Просто приятно в руках подержать. Ну, вот видите, нету. Их реально нет грибов. Это реально был... Ома, еще один! Это мне и Оме. Ну, ничего себе. Снова, что ли, пошли грибы? Я уже домой не хочу идти. Вот он. О, ничего себе. Ой, какая нога большая. Вкусно? Ну-ка я. Красноголовиком. А смотри, какая нога. И она мягкая, она не жесткая. Вот прямо здесь, надо же. Ну, это что? Это я вообще рада до ушей. Хоть завязочки пришей. Главное, на выходе уже, да? Бог дал тебе гриб, не мой. Давай туда, к этому. Ну вот, два гриба нашли. Так прям хорошо стало, настроение такое хорошее. Я думала, ушли под землю, все. Ну вот, все-таки ушли, но сказали, ладно, для вас уж, вы столько протопали. Вон там один еще переросший, правда. Вы столько протопали, мы, говорит, выйдем уж, одного пошлем. Вот переросток. Послали нам двоих грибов, да? Угу. Здесь еще, видишь, сырое место-то. Вот это вообще река должна быть. Но нынче все сушняк. Ой, я даже не хочу домой идти теперь. Хочу еще искать и искать. Вот кто бы думал, да? Да. Вообще шли. Ну, мы, в общем-то, и не искали. Вон там еще что-то вижу. А, нет, это этот, трутовик. Трутовик. А блестит как... Ой. А, нет, это не трутовик, это переросший обабок. Ну, а мы выходим на солнце. Вот из этого нашего леса
который под конец сейчас нам дал адреналинчику, взбодрил нас. Шиповника сколько? Сейчас покажу. Не собранного никем. Вот здесь кусты. Здесь тоже шиповник. Уже засыхает. Тут дальше шиповник. А здесь все, видите, вырубили, засохло. Тогда дядьки-то все повырубали. Все видно хорошо стало. Такой шиповник, в принципе, можно собирать. И сейчас видно хорошо шиповник. Чистили практику. Прочистили. Немного пособираем. Раз уж тут большое и близко. Вот у меня калина. Посмотрим, что мама собирает. Между прочим, беретку эту я сама себе связала. И на канале есть ролик, как вязать такую беретку. Ты шиповник? А я калину все собирала. Ой, какой крупный у тебя. Даже жалко. Куст этот оберем давай. А это что там за дерево? Тоже шиповник, круглый только. А? Да не его. Да. Я думала, яблоня. Ну ладно, будем собирать тогда еще шиповник. Такой крупный вообще. Смотрите, а этот круглый. Сейчас покажу. Солнце опять вышло. Круглый. Позже спеет круглый. Вот он. Ну его зато сейчас собирать хорошо. Тот переспел, а этот как раз. Мама дособирывает крупняк. Да и вот тут вон там сзади крупняк. Полно, да. Я вот собираю. У нас, в принципе, шиповника-то много уже. Просто он такой красивый. Хочется еще собирать и собирать. Смотрите, всю просеку вырубили. Всю просеку вырубили. И снова я собираю калину. Все деревья повырубали калиновые. Я вот на вырубленных ветках сейчас ножом работаю. Все полегло. Ну ничего, нам хватит, насобираем. Ай, ребятня. Катается уже второй раз тут мимо нас. По тем полям гоняют. А мы чай пьем, решили. Вороны два над нами. Так, ну все. Мы пошли на остановку. Правда, только еще полчаса до автобуса. Ну ладно, тихонько пойдем. В общем, что у нас сегодня? Грибочков немножко, ягодок, тут калина и тут шиповник. И у меня в сумке шиповник еще. В общем, нормально. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока.